Ей-ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кэт Макс. Кто-то, как всегда, очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас корабль, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем очень нравится, когда мы записываем бешеную бабку Грейни. Даже, наверное, скорее не бешеная, она очень злая. Она вот просто там очень без причины вся. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А сегодня у нас злая бабка Грейни будет всех мочить и искать. Ну что, пацаны, я надеюсь, время достаточно я вам дал, и я начинаю выдвигаться. Это самая лучшая нычка. Вот сейчас, знаешь, ты когда говоришь, я тебя первого найду. Фокси, прощай. Не, ну это не считается, надо все равно, я должен найти. Меня первым найдешь, да? Давай, мочи. Тут темно, как в одном месте. Ладно, давайте выбежим, в следующий раз мы туда забежим. Так, поднимаемся выше. Господи, это тут бочки. Прикольно, карта очень светлая. Летающие бочки, да? Да. Так, я что, пришел на другую часть карты? Yes. Ну да. И никого не нашел. Очень странно, ладно. Миша, Миша, все фигня, давай по новой. Да, соглашусь. Вот. Слышу запах какой-то собаки. О, я могу ломать предметы. А я чувствую запах лука. Ты что, лука наелся? Да. Чё бы и нет. Так, подождите, играет 1 000 000 человек и никого найти не могу. Эй, слышишь, да. Челепиздрик, я тебя убью, от меня еще никто не убегал. Не-не-не. Эй, ты куда делась? Собакса, ты где? Блин, Димас, да что? Подсказку. Он очень быстрый. Я тебе подсказку дал. Не надо, не надо. О, я слышу. Я иду на подсказку, иду. Ну как бы я закончил давать подсказку. Ну, а я услышал, и так уже не надо, хватит. Окей. No smoking написано на дверях. Понял. О, привет! Эй-эй-эй-эй-эй! Блин, собака очень быстрая, не могу ее поймать на этой карте. Уже хитбокс маленький. То, что хитбокс, я не могу, допустим, быстро перемещаться между проходами, как эта собака здоровая. О, тут жизни есть. Понимаю. Эй! Ладно, побежал дальше. Так, ждем. Ах ты жопа, блин! Ха-ха-ха, иди сюда! Ладно, закрываем дверь, не надо за мной ходить. Ты плохая собака. Слышь, еще стреляет во мне? Так, вот здесь по-любому. МЖ. О, да наконец-то, ты смотри. Реально прям под ногами путается, его еле поймал. О, привет. В принципе, хорошая нычка, пацаны. Я начинаю находить, вы были все по центру корабля. Ты меня никогда не найдешь, я соусу. Нас уже ищет 3 человека, поэтому найдут, у тебя так кажется. А я случайно спрятался, понимаешь, я случайно спрятался за случайно. Эй! Сами будешь искать. Бери, короче, аниматроника и начинай вместе. Ой, бабку Грейни берите все. Пилпак там есть. О, можете черт. Паука взять, паучком мочить. О, эй. Черт. Так, тут череп какой-то вонючий летает, не мешай. Окей. О, тут какие-то нары. Так, а, патроны закончились. Выходим. Ой-ой-ой, уже какая-то музычка страшная начинает. Да, начинает. Звуки какие-то. Пацаны, вы их находите или нет? Ну, те, которые челики играют с нами, они очень такие прохаванные. Их будет тяжело найти, но я их найду. Я знаю, где их надо искать. Первого, во-первых, надо искать очень темные места. Вы всегда находите самые черные очки. Очки. Я еще темнее нашел. Подожди, я могу шкаф разломать? Не могу. Аж... О, вот это я могу ломать. Плохо, шкафчик не могу разломать. Идет какая-то. Васаби, красавчик. Ты прям хорошо, ты на плитку надо залезть, я бы ее включил. Жареная собака. Это что, я выше тебя нахожусь, Димас. Опа. Так, вот о, здесь вот. О, страшно, крипово. Атмосфера. Помогите. Прикольная карта. О, вот тут кто-то есть, я слышу. Вот сюда, быстрее бежим. Так, снеговик, красавчик, вместе с нами в нашей команде. Грейни. Я еще живой.
У нас, короче, это, знаете, толпа Грэнни. О, тут, кстати, есть вертолет. Может, она тут по миссии типа сбежать? Не, ну от нас тут еще никто не сбежал. И не сбежит никогда, мы всех мочим. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Так, знаете, куда надо нам идти? Подождите, а тут? Я тут не был. А тут нельзя открыть. Какие-то баллоны странные, они не взрываются? Нет. Так, все, я знаю, куда дай. Пацаны, все идем резко вниз. Там темно, и они там все ныкаются. Меня там нету. Мне все равно, есть ты там или нет, мы идем вниз. Понимаю. Так, вот тут, вот тут. Сказала, что найдешь меня. Музычка стрёмная, как всегда, играет. Ой, я стекло не могу разбить. Ничего себе, что-то. Вот, вот тут надо искать. Два бабка Грэнни, три бабка Грэнни, плюс еще и... Четыре бабка Грэнни, плюс паук, понимаю. Это ты тут, значит, где-то сидишь. Так, да. Ищем, ищем его. Жесть. Да, а я тут нахожусь. Прям. Там, да. О, я ящики ломаю. Убийца ящиков, не надо, ничего? Это массово потерял. Разломать. Да, ё-моё. Фокси, да, кого еще не нашли? Меня. О, у вас еще сильно много. Так, пацаны, не воспроизводите музыку, я стоп-саунд постоянно прописываю. Тысячи баба Грэнни одновременно все играет. Так, я запутался, надо отсюда выходить. Чпоньк. Активация ночного зрения есть. А такого же, кстати, ты лучше физган убери, чтобы ты был не еще не палевый. Так, так, так. Да, каркари, чтобы ты был не палевый. Вот теперь вообще тебе не спалят. Это пацаны, найдем, найдем. Вы же на корабле накатитесь или на всей карте? Корабле. На корабле только. Понял, понял. Корабль это и есть вся карта. О, кто-то правильно идет наверх прям. Такс. Ай, Ига, а где ты был? А как ты меня нашел? А где он был? Когда он под краном был, я когда провелся, я его увидел. Под краном ты провелся прям? Вот ты прям считал и думал, что я тут, да? Нет. Так, ну чё, пацаны, всех убили или нет? Нет, я за ним меня. Последний. Кэт Макс они убили еще? Кэт Макс, боже мой, я уже забрался по-быстрому. За бабку-грень. Кого еще? Да. Кто-то и Каркары. Пацаны, давайте подсказку. Вас очень реально тяжело найти, карта запутанная. Я знаю одного человека. Я внизу. Внизу, все, ребята, идемте все вниз. Где-то примерно. Не, я знаю один одного человека. Где-то. Соглашусь. Да ладно. О господи, сколько бабок Грэнни. Да нету тут столько, значит тут в другом. Так, где же он? Я иду сзади одним человеком. Мы ж можем тпхаться, ё-моё. Серьезно? Ой, блин. Изменил, да? А кто-то побежал там? А кто там ноуклип использует? В смысле ноуклип? Где я? Какой чё? Ноуклип использует? Кто там еще спрятался у нас? Я вообще ничего не понимаю. Да кто тут бегает такой наглый? Кого? На, так мы его уже убили много раз. Привет, привет. Ой. Привет. Так, никого не могу найти. Че за кто там еще? Крошка, да? На тебе. Револьвером в лицо, не? Не хочешь? Два раза. Это было больно. Это каждый, кто будет умничать, будет получать в лицо. Бегите, глупцы. Все живые, не? Да. Так, бульбазавр, иди. Да. Да прощайте. Ай, мои куканы. Воу. И, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Вверх. О, черт, Дима, все убивает.